приехали мы. Такой наш сад. Все такое, георгинчики. Какие красивые. Ой, сломался один. Ну, какой красавчик. Обломился. Все, срежу. Все мокрое, примокрое. Дожди льют. Сегодня не было только дождя. Розочки. Еще распустятся, наверное. Все надо чистить. Обрезать. Лежала 3 дня. Ну, не 3 дня, а 2. 1 день пролежала, а потом стала уже. Простыла в Лондоне, как вышла. Видимо, меня просквозило где-то. Ой. Какие бутоны. Ай, колючие еще. Сколько на одной ветке цветов. Тяжело, тяжело ей. Свисло. Все надо убирать. Осень. Очень холодный ветер. Сереж, ты это будешь срезать? Ну, да. Ой. Половина. Все, хозяйство началось опять. Чего-то делать надо во дворе. Вот это все надо почистить. Повесил вот эти вот штуки. Мне ужасно не нравятся. Вот эти щетки. Прям, ну, не на месте они здесь. Цветы. Кто-то окурок бросил. Терпеть не могу. Гоняю всех с этими окурками. Они даже в земле не растворяются. Вот. Розовенькая, беленькая одна. Все это почищу сейчас. И красный. Вот большинство как-то красные герани. У меня и разросся мой сельдерей. Кустики. 2 кустика посадила. Вот он к осени разросся. Клубника еще. Ну, она здесь, конечно, никакая. Мята. Уже все мало осталось. Что-то здесь травой забилось. Что-то она такая странная. Была пышная, когда я уезжала. Смородиновый листочек надо набрать еще. Чайку попить. О! И щавеля немножко есть. Это хорошо. Малина. Все, черника. Гортензия моя красавица. Вся какая-то ты, по-моему, больная. Такие шары. Здесь что у нас? Это лавровый лист. Такой разросся, хоть продавай. Сейчас обрезать надо его, опять много будет. Там здесь понавесил эту. Какая-то гигантелла. Ежевика. Сортовую какую-то выписал, что-то повесил ее сюда на веревку. Сереж, да. А с ежевикой что будешь делать? Так и будет тут висеть? Да, а что? Она разрастется, вообще стеной станет. Ты хочешь здесь стенку сделать? Да. Из ежевики. Это же вообще сортовая гигантелла. Ну да. Она очень большая, ты видела, да? Видела, но она не сладкая была. Она на солнце выйдет, когда она в тени. А когда это оно выйдет? Ну, вот сейчас ее выставил туда, видишь? Ну да. И даже у нас огурцы до сих пор. Ну что, есть? А, меленькие какие еще. Растут. А здесь тепло. Вот. А вот. Оба. Вот. К
колючие такие они почему-то всегда. Вот еще один игольчатые. Огурцы игольчатые. Не, ну больше было. Куда делись-то? Я два тогда сорвала. И оставила, думаю, завтра это подойду. И заболела. Ну, так я после этого не... два снял. Снимал, да. Ну, миленький, если он один упал, смотри. Ой, мелкий. А, нет, он лежит на земле, смотри. Ой, оторвался. Ладно. Оторвался. На земле вырос. Мелкие есть еще будут. Вот еще у нас всегда поздние. Да, вот надо два. Сажать раньше. Еще два. Можно раньше и попозже. Раньше, чтобы раньше. Были. Они, видишь, им не сильно здесь холодно. Они вон цветут, вон еще цветы. Вон. Да, сколько. Цветов еще есть. Цветов еще есть. Ты включил обогреватель? Ну, да. Нормально. Вот еще. Маленький. Пусть сидит. И он помидор упал. Ну, не подбил. Зеленый. Вот розовенький будет. Еще подойдет. А он, по-моему, черный. Смотри. Черный. Нет? Черный, а, зеленый. Он подогреется. Ну ладно. Те можно снять, они подойдут. Они смешной уже, урожай, они конечно, но больше здесь да, не вырастешь. Полить, не, не то, что он на юге, девчонки, как у них прям целые плантации, как в России. Огороды. У нас так. Что-то чуть-чуть. Чуть-чуть для себя. Баловство, конечно. Что мы делаем? Мы ремонтируем свой драйвей. Нитки качаются, надо подлатать. Там у входа подлатали уже. И здесь. У нас осень, редкий солнечный день, и то вон тучи уже набежали. Под дождем можно это делать? Нет. А? Нет. Нет? Так скоро дождь пойдет. Ну, не успеем его положить до дождя. Надо успеть положить до дождя. У нас получилось такой вот ремонт. Сейчас дождик пройдет, смоет все следы и будет, да, и будет все красиво. И вот это у нас болталось на входе, прям на въезде. Осень, листья летят. Никто у нас тут что-то не убирает. Я только подмету, все опять наносит с деревьев. Наконец-то мы на работе. Нас выпустили с карантина. Это очень здорово. Прям чувствуешь себя, как будто из плена приехала. Откуда-то. Вот. И пришла на работу, приехала, прошла по моей любимой лестнице. Все кричали: «Ой, привет, Ирина, как тебя долго не было, ты где была вообще?» Ну и самое главное, я спросила супервайзера нашего, будут ли нам оплачивать, потому что нам сказали, типа, это не наше дело, по телефону. Она сказала: «Да, 100% это оплачивается, потому что это правительство такое делает, и оно, ну, как бы, все оплачивается. То, что мы сидели, то оплачивается». Ну и
Ну, даже если оплачивается, сидеть это вообще прям смерти подобно. Сидишь, как, ну, действительно, как в плену, как в тюрьме сидишь. Ну, хорошо, хоть в своем доме, а я не представляю, как люди в квартирах сидят. Не выйти никуда вообще, не воздухом подышать, но это вообще сумасшествие. Вот пришла на работу, тут все тихо, спокойно. Приходят студенты, но их немного, видать. И приходят студенты, но их немного. И вот разложены такие таблички. Здесь не садится, в общем, через один. Вот. Мусора было на бумажке две от силы. Ну, вот немножко пропылесосила, с удовольствием просто вот хожу и наслаждаюсь работой и вообще тем, что вышел из дома наконец-то. Вот, и, ну, тут все чистенько, все. В принципе, всегда немного работаю, но то вообще сидели, приходили и сидели 3 месяца. Просто сидели, ничего не делали, потому что никого не было. А сейчас хоть каких-то студентов начали принимать. Вот, за окном такая красота. Пасмурно опять у нас, конечно. Ну, здесь вот чистое небо. Там центр видно. Вот река под окном. Тут уточки плавают. Так, меня тут отсвечивает, не видно, да? Вот и сам Манчестер. Так, вот уже расцвело. Такая красота. В этом году мне даже осень нравится почему-то. Не знаю, осень не люблю, люблю весну. Ну вот в этом году, я не знаю, почему-то я заметила, что действительно осенью красиво. Но красиво когда? Когда нет дождя. Когда утром встаешь, выходишь к машине и сухо, как сегодня. Прям совсем другое дело. Но когда льет холодный дождь, как обычно здесь, то это не очень приятно. Дворник едет, очищает боковушки территории университета, и здесь чисто. К центру ближе, конечно, да. Вот, но бывают улицы очень загрязненные, плохо убирается это все. Вот такие же ездят такие же машинки. А вот она развернулась. Вот, а метелки такие, но они и редко ездят вот по нашим там улицам, по жилым районам, раз в неделю. Но вот в нашем районе я даже не замечаю, мне кажется, и не ездят совсем. Вот, поэтому не очень бывает чисто, но тем не менее грязи нет на улицах. То есть обувь всегда чистая, и почему-то, не знаю почему, наверное, потому что все заасфальтировано. Ну, в принципе, есть газон, но все равно как-то грязи нет, обувь чистая. Такое утро. Осеннее. Октябрь. Скоро Хэллоуин. Уже видела наряженные дворики в паутине, в черепах, в привидениях. Праздник тут такой. Нам раньше он казался странным, но сейчас привыкли. Дети ходят по домам, просят конфеты или денежки. Вот. А потом уже Новый год. Вот. И вчера по телевизору утром сказали, что Манчестер могут закрыть. Локдаун опять. А совсем как бы, ну, как это выражалось, не знаю, как это закрыть. Из него выезжать нельзя, и сюда нельзя будет выезжать. Но вечером уже сказали, что вышел мэр Грейт Манчестера, по-моему. Да. Вот, то есть графство Манчестер. И сказал, что он не разрешает, и он против. Все отменили, похоже. Вот. И вышел такой молодой человек, очень приятной наружности. Ну, я не знаю, на вид ему лет 40. И где-то это было на улице, какой-то митинг был, где он говорил об этом, что он запрещает закрывать Манчестер. И он был в такой ветровочке простой, то есть никаких костюмов, пиджаков, галстуков.
Вот. И в толпе его бы не узнал никто, наверное. Ну, не сказал бы, что он мэр Грейт Манчестера. По-простому очень. Вот. И меняется вся жизнь какая-то, все меняется. У нас мало студентов, хотя на 30% было больше записано. Подавали заявки, видимо, может быть, и оплатили в этом году. Но вот мало. Все говорят, не то, что у меня языковое крыло, и как бы неудивительно, что мало народу. Вот, но везде говорят, вот я сейчас пришла на работу, все говорят, что мало народу, приходит, студентов мало. Вот, и что-то все так меняется, как-то все нелогично везде, все эти... Цифры говорят одно, людей спрашиваешь, даже тот, кто медик, говорят, что нет таких цифр, ну, в жизни этого не видно, и только, ну, в общем, хорошо. Должно все закончиться хорошо, не должно все сломаться, я думаю. Трудно это все перелопатить и сломать, если кому-то это хочется. Вот. Но страху нагнали и до сих пор нагоняют. И то есть ты даже не можешь утверждать что-то, потому что действительно страх преобладает. И, ну, я думаю, не надо на это обращать сильно внимание, потому что многие люди... которые очень податливые и не включают особо мозги. Вот. Ну, не многие люди, но я знаю уже случаи, которые сходят с ума. Просто вот едет крыша от этого. Вот. Недавно мне рассказали, здесь же английская семья, англичанка, жена, муж рассказывал, что она просто с марта вообще не выходит из дома. Вот, все. У человека клин, и вряд ли он пройдет, когда вся пройдет эта дуристика. Вот, ну и это единичный случай, о чем я знаю, а сколько таких людей. Хорошо, не будем о грустном, будем продолжать жить, и надо радоваться чему-то.